программа «День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Сифилис шагает по региону. Почему жители края все чаще находят язвочки в интимных местах? Народные избранники теперь могут не публиковать свои доходы. Что об этом думают те, кто этих избранников выбирает? Алтайские депутаты предложили запретить выгул собак возле больниц, школ и спортивных площадок. Какие еще инициативы могут коснуться четвероногих и их хозяев? Уровень заболеваемости сифилисом в России за два года вырос на 129%. Особо тревожную статистику фиксируют в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Тверской и Томской областях. В Алтайском крае рост тоже есть. В 2022 году зараженных было 250, что на 17% больше, чем годом ранее. Специалисты видят главную причину распространения в миграции. Медики наблюдают эту болезнь в основном у приезжих из Узбекистана, Таджикистана, реже Казахстана. По мнению врачей, это может быть отголоском пандемии 90-х годов. Еще одна причина заражения сифилисом – игнорирование контрацептивов при случайных половых связях. Симптомы появляются уже через пару часов. Это повышенная температура, увеличенные лимфоузлы, язвочки на половых органах. И даже сегодня медики говорят, что люди стесняются идти к врачу и занимаются самолечением. Поэтому можно запустить заболевание, и оно станет хроническим. В настоящее время очень много процент населения используют для лечения. Ну, по поводу других. ОРЗ, там, ОРВИ, гриппа и прочее. Антибиотики. То есть, любые антибиотики глушат это заболевание. То есть, и чаще... Нет, они не вылечивают, но просто снимают проявление сифилиса на коже. В дальнейшем, возможно, поражение нервной системы. Это уже тяжелое осложнение сифилиса. Медики советуют при появлении симптомов сразу же обращаться к врачу. Кстати, осторожнее надо быть и не только, когда речь идет о половых связях. Есть и бытовой сифилис. Им заражаются через посуду, полотенце, постельное белье, одежду или зубную щетку. Обезопасить себя просто, соблюдайте нормы гигиены. К другой теме. В Барнауле неизвестные убивают собак. Наш зритель обнаружил в районе ленточного бора два изуродованных тела. Предположительно, в собак стреляли, но помимо этого мужчина заметил следы от удушья и вырванную шерсть. Известно, что на вызов приезжала полиция. Вот еще одна собака. А это уже кадры из Бийска. Там живодеры избили четвероногих и подожгли им глаза. У одной собаки случился выкидыш, у второй отказала печень. Волонтеры начали оказывать хвостатым медицинскую помощь. Несколько дней они находились в тяжелом состоянии, но, к сожалению, спасти собак не удалось. Накануне они умерли. Сейчас в Бийске борются за жизнь еще одной собаки, которая тоже пострадала от рук человека, если этого человека вообще можно назвать человеком. Собаке оторвали лапу. Сейчас бедняге требуется операция, лечение дорогостоящее, поэтому волонтеры из Общества защиты животных «Преданность» просят помочь всех неравнодушных. Номер карты вы сейчас видите на своих экранах. Запретить выгул собак на территории детских садов, школ, спортивных площадок, лечебных и медицинских организаций, учреждений культуры. Такое предложение внес Комитет по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС. Этот вопрос обсудили в краевом парламенте. После внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, регионы могут устанавливать дополнительные требования к содержанию питомцев. Это уже сделали в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе, Костромской и Новгородской области. На очереди Алтайский край, для которого вопрос тоже актуален. Правила разрабатывало управление ветеринарии, депутаты немного их подкорректировали. В частности, допустим, что сегодня запрещается выгул собак в таких местах, понятно, это дошкольные учреждения, образовательные учреждения, культурно-спортивные какие-то, значит, площадки. Здесь запрещается выгул. Безусловно, органы местного самоуправления должны определить, сразу вопрос возникает, а где тогда? Значит, органы местного самоуправления в правилах благоустройства определяют места выгула. В проект дополнительных требований включили запрет на самовыгул собак, то есть без сопровождения человека. Владельцы животных будут обязаны убирать за собакой продукты жизнедеятельности. По правилам, нельзя жестоко обращаться с животными, натравливать их на других животных и людей, выбрасывать питомцев на улицу. За нарушение
этих правил, значит, которые будут утверждены постановлением правительства губернатором Алтайского края, значит, естественно, ответственность и наказание. Значит, в порядке, будем говорить, нанесенного вреда, ущерба, будет градация установлена. Как уточнил председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько, штраф от 2 до 3 тысяч планируется ввести за содержание животных в помещениях общего пользования многоквартирных домов и за отказ убирать за питомцами. А если собака навредит жизни и здоровью людей, ее хозяина оштрафуют на 5 тысяч. Законопроект об административной ответственности вынесут на мартовскую сессию. 15-16 градусов – предел. Жители многоквартирного дома в Ребрихе жалуются на низкие температуры в квартирах. При этом, как они утверждают, коммунальные услуги они оплачивают по завышенным тарифам. На днях проблемы замерзающих сельских жителей заинтересовался Следственный комитет. Специалисты начали проверку по всем фронтам. К холодной теме подключился и наш телеканал. Много лет наш дом двухэтажный, самый холодный. А ведь несколько лет назад в доме, где проживает Татьяна Болдырева, провели капитальный ремонт системы отопления. Жильцы надеялись, что тепло наконец придет, но ожидания не оправдались. Так же холодно, даже еще холоднее стало. Вот 16 градусов, у кого 14. Ходим одетые, в валенках, можно сказать. Обогреватели включены круглосуточно. Платим за отопление, как будто у нас 25 градусов. Замерзающий дом попал в СМИ. Следственный комитет начал проверку. Предварительно установлено, что 2 года назад за счет средств фонда капитального ремонта Алтайского края проводился капитальный ремонт системы тепло- и водоснабжения многоквартирного дома. Однако температурный режим в квартирах жителей распределен неравномерно. Мы в том числе сформировали общие на обращение в надзорные и контролирующие органы в отношении, в принципе, подходов, связанных со своевременностью, порядком компенсации, с нормативным обеспечением теплом и вообще с обоснованностью установки тарифа. Следователи проверят работу должностных лиц по проведению капремонта, а мы в ближайшее время планируем командировку в холодный дом и держим проблему на контроле. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Жительница села Волчиха повезла обращение от жителей района председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в Москву. После трагедии с 7-летним мальчиком в районе требуют отставки главного врача центральной больницы Татьяны Харловой. Представительница Волчихи планирует встретиться в Москве с журналистами федеральных каналов. А в селе продолжают собирать подписи за отставку главного врача. Нужно будет нам их передать в прокуратуру. Часть уже передана. У нас подключился весь район, все села, Березовский, Малышев, по-моему, там Лог, Солоновка, Селиверстова. Ну, то есть без участных нет. Вот то, что произошло, вот эта беда, это горе, да, наверное, каждая из нас, каждая семья, ну, большинство примерили эту рубашку на себя. Это общее горе. Совет Федерации одобрил закон, по которому народные избранники могут не публиковать свои доходы. Федеральные депутаты и сенаторы предоставлять декларации будут, но без персональных данных. А депутаты регионального и муниципальных уровней, для которых эта деятельность не основная, вообще смогут гораздо реже подавать документы о своих доходах. В каких случаях? Зачем нужны эти нововведения? И что об этом думают те, кто этих депутатов выбирает? Об этом расскажут мои коллеги. Не очень хорошо это на самом деле. Что мы же все-таки их выбираем и должны, я думаю, знать, на что они тратят деньги свои и откуда имеют заработок. Заглядывать в кошелек депутатов, сверять цифры с прошлыми данными, когда они публикуют декларации о доходах – ежегодная традиция россиян. Но скоро она может исчезнуть. Госдума и Совет Федерации уже одобрили закон о том, что депутаты смогут не публиковать свои доходы. Да мне не нужен их ни отчет, пусть не отчитывается, если это так власти надо. Врачи, учителя, фермеры, предприниматели, рабочие, доярки и так далее, и так далее. Что им декларировать и что им скрывать? Они иногда и не знают, как это. То есть там много достаточно формальностей. Что нужно показывать? Нулевые счета, не нулевые счета, машины, жилье.
Депутаты муниципального уровня, пожалуй, единственные, кому от нововведений должно стать проще. В этой категории большинство так называемых нарушителей, тех, кто заполнил декларацию неправильно. За последние годы почти 30 случаев. Депутаты районного и сельского уровня часто не подготовлены к такого рода документам, считает заместитель председателя КЗС Денис Голобородько. Отсюда и ошибки, иногда фатальные. У нас в Алтайской крае 7200 депутатов. Это обычные рядовые граждане. Многие из них не обладают даже какими-то профессиональными знаниями юридическими. И, конечно же, у них сложность в принципе с заполнением этих деклараций. Сначала мы депутата попросили позаниматься общественной деятельностью простого сельского учителя, врача, фельдшера. А потом его еще и лишаем полномочий за то, что он не предоставил эту декларацию. Для них новый закон предоставит право подавать декларации после избрания и в течение года, если он совершил крупную сделку. Распространяется эта норма на краевой парламент. Депутатов на ставке 18 из 68. Остальные избранники народа на общественных началах. И они тоже смогут публиковать доходы реже. Люди должны знать, сколько денег, да, какие доходы есть у тех или иных народных избранников, потому что они завязаны там на бизнесе, на каких-то интересах определенных. А пока доходы посмотреть можно, вот список самых обеспеченных депутатов края. Последние данные относятся к 2021 году. Самые доходные – Александр Лисицын, директор автоцентра и еще нескольких транспортных компаний, заработал 55 миллионов рублей. Глава потребительского кооператива Максим Кочев – 43 миллиона. Замыкает тройку Владимир Семенов, председатель одного из комитетов ОКЗС – 39 миллионов. В Барнауле самый состоятельный – Андрей Солодилов, председатель одного из комитетов – 42 миллиона рублей. На втором месте Евгений Насенко и его 28 миллионов, на третьем Алексей Скосырский – 23 миллиона рублей. А депутаты Госдумы и сенаторы, которые работают официально, будут публиковать информацию о доходах в обезличенном виде, без указания персональных данных. Такое инкогнито сами депутаты объясняют риском утечки данных в ненужные руки на фоне происходящих событий. Ну, сейчас давать дополнительную информацию той стороне, будем говорить, это тоже, наверное, неправильно. То есть это и в какой-то мере соблюдение просто персональных данных. Новый закон поддержали не все депутаты. Некоторые пообещали все равно делать публичными свои доходы. Например, Сардана Авксентьева уже это сделала в телеграм-канале. Комментаторы закона окрестили новый порядок шагом к закрытости и непрозрачности власти. Но в Барнауле считают, что резонансная инициатива ничего принципиально не изменит. По мнению депутатов, закон должен позитивно повлиять не только на их коллег, но и на жителей. Поводов для обсуждения чужих доходов станет меньше. Татьяна Голубева, Мария Мацаева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле задержали подозреваемых в порче баннеров на Аллее памяти. По сообщению полицейских, это трое парней, все жители краевой столицы. По предварительным данным следствия, ночью 30 января этого года трое друзей в возрасте 21 и 22 лет в состоянии алкогольного опьянения возвращались из бара домой. Проходя мимо аллеи памяти воинов и десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской краснознаменной дивизии, один из молодых людей из хулиганских побуждений нанес руками и ногами удары по мемориальным табличкам с изображением воинов-десантников. Испорчены три таблички, подозреваемый задержан. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Сегодня в России отмечают 80-летие со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В честь этой памятной даты в выставочном центре территориального управления Западно-Сибирской железной дороги прошла встреча с родственниками участников Великой Отечественной войны. Стратегическая оборонительная операция длилась 125 суток. За это время погибли сотни тысяч человек. Юрию Роганову повезло, его отец выжил. Сын знаменитого защитника Сталинграда Михаила Роганова поделился воспоминаниями об отце. Отец очень много рассказывал о Сталинграде, что там действительно было, ну, просто бойня. Ведь мы гранатами забросали немцев, первый этаж забросали гранатами, то, что у нас оставалось, и с боем, с криками «Ура!», говорит, взяли раненых и пробились к Волге. Пробились к Волге, а там, там говорит, тоже, говорит, кромешный ад, говорит. Там 350 человек раненых лежали просто, говорит, на берегу Волги, но они... Каждого до последнего раненого перевезли на наш берег, где были уже наши. Фундамент новой школы в Боровихе готов на 90%. Теперь местные жители наконец-то могут быть уверены, школе быть. На протяжении долгих лет людям обещали, что вот-вот начнется стройка, и их дети будут учиться в комфортных условиях. Подробнее в сюжете.
О новой школе в Боровихе заговорили еще несколько лет назад. Документы на ее строительство продвигались крайне сложно. Новое здание должны были построить еще в 2017 году. Подвел застройщик, который ссылался на долгое согласование проекта и бюрократические проволочки. Здесь такое большое село, ребятишек столько. Нету школы. Ребятишки в 100-летней школе, да, там страшно заходить уже. Обещали ее уже лет 40, это точно. 40 лет, да. Но с 80-х годов. В проблему вмешался депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ранее он уже выделял средства на ремонт старой школы, пока не был решен вопрос со строительством новой. Приходилось встречаться с министрами, выбивать финансирование. Уже в 2019 году объект включили в краевую адресную инвестиционную программу. Пока проект проходил госэкспертизу, стройматериалы подорожали, но аукцион все же состоялся. Его выиграла компания «Векстрой». Сегодня уже идут работы нулевого цикла. Заложен фундамент. Готова газовая котельная, которая будет отапливать будущую школу и детский сад. Стоимость контракта почти 645 миллионов рублей. И пока подрядчик двигается в рамках контрактной стоимости. На сегодняшний день работы, которые выполняются на объекте, они связаны только с материалами местных производителей. Соответственно, это сборный железобетон, бетон, растворы, инертные материалы какие-то, кирпич. То есть это все наши алтайские производители города Барнаула, города Новоалтайска. Заключены все договора, контракты, проплаты выполнены, поставки материалов бесперебойные. Строительство школы и теплой стоянки для автобусов – лишь первый этап работы. В дальнейшем на месте старого здания появится спортивный комплекс. Это большой спортивный стадион, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для занятий спортом, баскетболом, волейболом, также беговые дорожки, то есть полный комплекс. К строительству подрядчик приступил в июле прошлого года. Работы идут по графику. Правда, из-за крепких морозов пришлось пропустить несколько дней стройки в декабре и в январе. Сейчас строители набирают темп, чтобы сдать школу в сроки. Успеть надо до апреля следующего года. Конечно, мы надеемся, что все эти работы и возведение этого проекта будут выполнены в определенные сроки, установленные сроки и в хорошем качестве. И, конечно, хотим проконтролировать этот момент, поэтому решили сегодня, что созданный еще в 2019 году, в июле 2019 года, общественный совет, созданный из всех заинтересованных, кто хотел бы, чтобы эта школа здесь построилась, будет контролировать и сроки, и качество работ. По сути, это будет постоянный мониторинг этой стройки. На встрече с общественниками Александр Прокопьев напомнил родителям и учителям о том, что они могут контролировать ход работ и, если что, сразу сообщать о проблемах. Хожу мимо и всегда так посмотрю, что там, прогресс стройки. Вот уже построили, крышу поставили для гаража. Радуемся, что школа строится, потому что, может, наши дети еще в ней поучатся, это точно. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле на улице Приречной появится сквер с велодорожками. Его обустроят за счет средств городского бюджета и предпринимателей. Так территория на Приречной 12 выглядит сейчас. В будущем здесь обустроят пешеходные и велодорожки, скамейки, высадят больше 100 деревьев и кустарников. Также в сквере установят освещение, а для безопасности – камеры видеонаблюдения. Добавим, что проект был инициирован фондом греко-римской борьбы, а завершить все работы планируется осенью этого года. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.